мой аккаунт зашел, блядь. Так. Некит. Чего? Ничего, привет, кстати. Кто-то на мой аккаунт зашел. Не, не ебет, это не я. Чего? Вот! Че, взлетаешь, что ли? Нет, получилось. Я говорю ж, блядь, сука, ебанатка. Все, Егор, можешь закидывать. Да пошел ты нахуй. Ну, блядь, это серьезно! Ты меня так постоянно наебываешь, ну закинь ты, блядь, честь ущерба. Тебе же на экране покажут, алло. Угу, на экране тебе покажут. Точно все? Точно? Да, все не шипит, ебать. А у меня что там еще должно было типа это говорить? Ну, она мне не включилась, ебаная хуйта. Типа этот Google голос ебучий. А, нет, это когда текст, блядь, пришлет, а мне же Ленчик голосовое сообщение отправил. Бом-бом. Ну и чё? Я с бушмастером хочу. С бушмастером. Бам, нахуй, двоих одним выстрелом от бедра. Бам, нахуй. Вот так могу. Вот так могу. Нормально, кстати, от бедра рандомит, ебаный бушмастер. Ну чё, Егорка? Ты где там? Ты где там? Тебя ждем. Подождёте. Ты ж там, надеюсь, донатишь? Нет. Ну и блядь. Ну сколько хотел тогда, ладно. Конечно же, 5 рублей. Ну вот, уже что-то. 15 трубчиков есть. Блять, надо ее убавить, сука. Чума, блять. Посуду мою. Ты что слышал, как мне батя сказал? Да? Нет. Батя перед уходом сказал: пойди посуду мою, а то я не успеваю. Тридцать рублей! Всего у меня теперь. Это ж дохуя! Да меня только сейчас дошло, что это дохуя! А с комиссии, сука, ебаный этот Donation Alerts. У меня знаешь, сколько я спиздил? 2 рубля 90... 10 копеек спиздил. Да я больше на 42 рубля. У меня баланс 27 рублей. 90 копеек. Почему у тебя Лёня модератор, а я нет? Так а ты напиши чат, я тебя тоже добавлю. Не надо. Ну вот. Вот. И чё, куда идем, типа, играть это мясорубку? Ну да. А чё ты японский флаг снял? А нахуя ты новый клан создал? Пипец, я теперь банкрот. Зачем я так тебе много снимал? Да не, я мог больше, рублей 500. Чё, ебать? Но не в этот раз. Вот.
Я бы охуел, блядь, чтоб ты мне столько ебать. Нет, 30-очки хватит. Все равно это в самом начале как раз таки 10 и 20. Все, блядь, больше не будет в ближайшие месяцы. А кто вот 3 человека? Ну ладно, 2, наверное, потому что один я. Кто это, блядь? Лёня я еще. Я смотрю. А, ебать, тогда ладно, ебать. А зачем? Тебе делать нехуй. Ебать, тишина такая. Я создал клан, чтобы мы в тот раз играли. Ебать, тишина такая. Лоск против шампусик. А. Лоск так потел, что пиздец. Я думал, сейчас он как заорёт нахуй. Но донат потише сделать, пиздец. Говорит, что я потею, и идет сверху на контроле и говорит, что я потею. Говорил Саньке. Я слышал то, что вы там сидите. Где там? Нет, когда мы с тобой один на один остались, что делал? Я боялся, сидел, что ты наверху. Нет, нет, нет. Я поставил плент, захотел наверх залезть, потому что я думал, что ты сейчас либо с респы, либо с КВ выйдешь. А захожу наверх, я просто за рандомом тебя убил. Потому что я даже тебя не слушал. Это жизнь рандом, блядь. Ну, у тебя жизнь рандом. Батя зарандомил. Да ты мурлил. Я понимаю, что я жестко убивал, но я не знаю, я не потел даже, я просто играл. Уехал. По жопе тебе. У меня всегда так получается, когда либо я с вами в 2-2 играю, либо просто играю с вами. Я не понимаю, почему у меня так на Эреме не получается. Съебал уже, блядь. Ну а, ты въебал, харьку. И ты хинга. В спину кто-то хуячит. Блять, убили. Мозголомчик, мозголом. С чего ты там пизданул-то, блядь? Тут смотрите. На тебе, блядь. Зарандомил, что ли? Сык начинает. Я вот тебе ничего не сказал, ты... Лёва. Я не тебе, блядь! Так я тебя сейчас убил, ебать! Ты мне похуй, что ты меня убил, я другому сказал. А, блядь, ну ты бы сразу и сказал. Ой, Сай. Я уже бежал с ним, я не видел тебя. У меня это вообще с бушмастером бежал. Да? Ну убил 109. Варфейс, ёпта. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Долбоёб. На! Да опять этот в спине тупой. А ты что, думал, в сказку, что ли, попал, блядь? Или в рассказ, блядь? Размечтался. Да ебанутся палки, ебутся. А мне, ёпта, нравится. Блядь, справа от меня помеха. И слева тоже. Ник, а, все, его убили. Я залази. Хуя! Я все это время Некита ждал, но убил Егора. Он меня сначала, блядь, убил, потом только вылез, нахуй, показала мне его. Надо это играть. Сейчас ШТ возьму, доиграю. Поиграем, блядь, Егор. Поиграем. Поиграем сейчас. Поиграем, поиграем. Сейчас поиграем. Но мы и так играли уже. Но его еще поиграем. Ой, тебя убили, я появился. В этом местечке. Нормально. Минус 3 чувака. Беги! Куда ты здесь стал, блядь, дурак? Так знал. Поиграли? Да, поиграли. На тебе ебали, блядь! На тебе! Ты охуел? Это ты сейчас был? Ты за кого играешь сейчас? За ШТ? Кто я, да. Тогда вот не ты, значит. С Медузы, блядь. Он поебал, стреляю, он дальше бежит. Пиздюк. У нас конченые медики в спину бывают. Мауэй, 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 мауэй. Мауэй. Пидорас, пламегар, маглер, или как его там, плагимор.
Урод ебаный, блядь. Тварь, да кто ему так хуячит? Сука, и меня в спину, убивайте, пидоры. Хуй, я тебя зарезал, но игре насрать. Да ебать, ну ко! Я и выйду нахуй, сейчас я не буду больше мяса. Выхожу с респа, мне уже в спину прилетает, блядь. Нате, блядь, в лицо так сразу сосут, как обычно. Твари ебучие. О, ДП-27. Ебать, я хочу ДП-27. Дерьмо. Ну. Хуя дерьмо, она в тело пилит, кстати. У меня. Я, блядь, убить даже никого не могу, я просто бегаю, никого нет, либо кто-нибудь в спине, блядь. Здесь в голову попал. Кэти тоже. Только игре похуй. Вот чё это за хуйня? Опять этот долбоёб с Марлином. Куда кошка бежала? На тебе, блядь. Говорю, в лицо сосут сразу, ебать. Блядь, этот скилл тейк моего босса ещё, блядь. Да в пизду. Да в пизду. Ну вылези, сука, ну блядь. И смотри, он там сразу появляется, да? Здесь никого. Здесь я. Вот так. На тебя въебало, это рандомит, нахуй. Даун. Вот, блядь, когда я туда смотрю, там никого нет. Сразу медик появля... А! А чё я, блядь, сыграю за этого, за что-то есть? У меня есть секунды, блядь. А нахуй вообще мне в это играть? Это Дорос Сик темпейк сделает. В прыжке в голову попадает из мозгоина. Зомби сидит за углом. Сколько там у вас еще? А, все было. Куда идем? Подожди, не приглашай, мне что-то прям фризит пиздец. Не, я понял, куда идем? Коробку открываю, прикинь, у меня 2 FPS. Куда идем? А ты видел, как я Марк 2 затюнил, блядь? Нет, вообще похуй. И Силию 14. Вообще насрать. Ты, блядь, знаешь, как вздрачнешь на нее, если увидишь? Ты еще на машину меня дрочишь. Так ты можешь. А где у нас конченый дебил? Денч? Да. С Молчаном должен еще пройти время-то 2 часа. 3. Рейтинг. Окей, 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 окей. Без базара, блядь. Без базара. Без базара. Zero-zero, блядь. Батя ебалан, блядь. Кровать не заправил за собой. Урод, блядь. Сейчас он смотрит такой. Батя ебалан. Не, оба, мне он уже давно пизды бы вставил. Чё ты пьёшь? Ну-ка, посмотри. Покажи в камеру. Сука, видишь, да? Видишь, видишь, видишь. Видишь, смотри, види. Видишь, да? Вот ты видишь. Ну погоди, ещё задержу. Какая нахуй за... Пепси-кола, ебать. Фу, дерьмо. У меня пол в холодильнике.
Холодильнике кола стоит. Ну да, ну чтобы она холодненькая была. Потому что там охладить, я принесу. Я по бокалу наливаю, льда туда кидаю, пью. Достаешь из холодильника и еще туда кидаешь это. Да, 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 да. Нахуя тебе? Чтоб класс был, знаешь, как круто. А потом сидишь на карантине. Она холодная вкусная. У меня не теплая, у меня тоже холодненькая такая. Ну не прям ледяная, как у тебя, блядь. Достает из холодильника и еще туда лед кидает, ебать. Бровя без сделал. Че я сейчас сделал? Опять. Чего? В смысле, я не понял. Я не понял, что именно. Как будто тебя, бля, спрятался. Чтоб не смотрел. О, ничего себе, там сабвуфер стоит, или что это такое у тебя? Не ебу, она скоро упасть должна уже. Там и так эта полка еле держится, она уже прогнулась, блядь. Окошко еще туда прыгает, нахуй. Так что, мне кажется, дня через два пизданется. Три меда, инженер и авик. Это хорошо. Должно быть два инжа, два меда и снайпер. Два меда и снайпер. Ну, снайпер должен быть с СВ. Ну, по новой мете. По новой мете вообще... По новой мете с СВ он не должен уже быть. Возле одного из объектов. Он с либо с Трувелла, либо с Бушмастером. Да, я сегодня не хочу. Хай, хай. Меня слышно в игре было? Нет. Нет. Похуй. Перил... Там блин. еще. Мне похуй, я убегаю от них, я боюсь их. Там спина? Алло, друг. Чё у вас там наверху ебут? Пиксель. Откуда там наверху-то у вас, блядь, были? А я ещё знаю, он с пикселем вообще стоял. Да я нихуя не понимаю, блядь, мне со всех сторон дауны. Я начал КВ пикать, меня сразу начинают откуда-то стрелять. Я выхожу, медика сначала убили, потом меня откуда-то за стены убили. Ладно, сейчас будем аккуратно играть. Да мне насрать, мы первого лидера, мне некуда сливать. Некуда мне его не сливать, да. А на второй не хочешь слить? Нет. 16 часов осталось. Бомба взята. Ну вот раза два сыграешь и все, и пизда. Нет. И не захочешь больше. Да? Да. Ну да. Меня пушит. Так я тоже пушкашку. Там у респы снайпер. Я инжа взял. Ты инжа взял? Да. Я авика пик. Блять! Ну ладно. Она стримит, да, нахуя. Пунту есть. Так надо. А, блядь, это... Появись, тварь! Есть. Ставлю нахуй. Не на свиты сквейте. Эй, хуй бы. На их не риску как. Граната! Вот кто слеп кинул? Наш, их? Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Так, не точно. Установите бомбу возле одного из объектов. А ШТ, Сережка, ШТ. Раунд начался. Бомба взята. Из КВ выходит, пидоры. Ловите! Не ваншот в голову! Все, хорошо бил, давай, я пойду ставить. Я ему 70 дал. Блять, наверху что ли? Да. А пусть он там сидит. Блять, сколько шагов? Успей. Нет. Сука, она меня пидор сверху убил. Пидоры, блять, они только толпой могут дау. Нахули я один остался опять? Бомба обезврежена. Потому что я по ниже не попал, который тебя убил. Тебя убил. Защитите стратегические объекты. Со мной вверх пошли, некит. Раунд начался. Яндук. Сядь около фонтана справа. Я так и хотел. За полтом есть на двойке. Ебать, смотри, куда залез. Дядя, к нам идут. Ебать, рандомщина ебаная. Еще слева от тебя на пацане. Да я вижу, он прыгает. Я в него не попадаю.
Если б я не сел, блядина, он... С двухратника попробуй. Ну ты куда урон-то идет? Еще КВ фуловый, прям вообще ему две отсечки дал. Но в Армагеддоне может уже лекать, там еще авик. Армагеддон не лекается, держи в курсе. Мне вообще даже креста не дало, потому что я не попал же вроде как. А если с этим попробовать? Кровь-то была, вроде не попал, блядь. А может с этим вообще ебать? О, ебать, а пидоры закидывают КВшку. Там авик, так что я вот так. Ебать. Ну смотри, не дают уйти, понимаешь? Никто же не может меня закрыть, нахуй. Какой-нибудь свежий Сережа. О, блядь. Сережа шиншила, блядь. Ты понимаешь, 1.90, другой просто за 30 где-то коцанный. Хуя, у нас теперь три авика, блядь. У нас Сережа шиншил, не попадает в спину. Ну да он, блядь. Ой, нет бы закрыть нахуй сиди, блядь. Всем практически дал. Взорвите один из объектов противника. Пустила. Раунд начался. Да я ей бомба. Бомба взята. Идите. Охуел, ну ладно. Да ты иди, ты нахер, он просто раунд ломит. С двойки. Лестница есть. Ну, два сикса. Одному 70 дал, другому 30. С их респы уже идут спать. Вижу. Все закрыли. Да я его убил бы, блядь. Этот дал он нихуя закрывать не может. Когда я ему уже дал осечку, блядь, только тогда он убил нахуй. Тихо. С нашей вроде. Из-за стрима нихуя не слышу, что происходит. Так выключи звук-то, блядь. КВ, да. Это пиздюк. Он уже у этого все будет в упоре. Нахуй, спизжу. А, ебать, он... На респу. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Установите бомбу возле одного из объектов. Крутой ник. Хуй нет. Тебе надо его менять. А нахуя? Ну я... Уже есть у меня несколько вариантов. Зачем я хотел наверх залезть, сам не знаю. Хорошо, не залез, блядь, вавик. Мудозвон. Ну, плентук тут уже про... А он уже плентук. Сука, не могу, меня со всех сторон. Я не могу один. Я уже забыл, какой я хотел сделать-то, блядь. А, вспомнил. Игрок бомбы. Он больше не простреливается. Он меня через стенку сейчас убил. Че, думаешь, вытащит, блядь? Осторожно, больше. Мы уничтожили. А че, блядь, не нравится, Алёша, блядь? Победа за нами. Кто-то пишет. Установить. Больше слов, больше букв нахуй. Мерзака попа касами, блядь. Бомба взята. Гадончик. И надо сейчас будет кракен нахуй взять. Шутся, блять. На всякий случай. Пиздец так. А, ты? С КВ стреляет уже, пиздюк. Сейчас я туда дым захуячу, да? У них есть на респе. Типа на первом этаже. Я в текстурке ебаный. Я думаю, дал ваншот другой. Наверху инженер. Слышишь? Наверху инженер. Я знаю, слышал. Эляш. А не у меня оба. Не оба. Все, в плент, иди к Тохе. В плент зайди. Я понял, нахуя, если я так смогу, бля. Сейчас у меня хуяк спину? Нет. Ну с чем, блядь. Размен, видишь? Наблюдай, блядь, Егор хуйни не скажет. Раунд начался.
Это один. Наверное. Через КВ, что ли? Нет. Не, у нас через верх два, топает. Два. Верх нет, топает. У меня топает. Тихо. Сука, ты свой. Верх тоже, верх тоже у нас на двойке. И не один причем даже. Авик на нашем верху уже. Блять, еще и на их верху. Блять, уже в спине, я уже вижу. Я фул, блять. Пока он, блядь, свой Сиг МБХ перезарядит под четвертом кругу. Они подсадились, они подсадились. Куда подсад... Блядь, ты меня одного ставил? Меня тягиваться? Нет, сиди. У меня все трясется, я ему чуть-чуть дал. А, он меня уже контент понял. Ну, почти, ебай. Надо было раньше выпрыгивать. Мне надо было идти в руках. Я ему 50 дал. Ой, решил УЗИ пробовать. 27 подписчиков? Ебать, вы чё такое? Что ты орёшь-то, блядь? 27 подписчиков там. Кто-то подсписался. Чё нихуя, блядь? Так я тоже. Пушанка, блядь! Говно катка. Мне показывают скрыть или, ну, удалить, типа, или оставить это сообщение. Оставить. Ладно, показать всем, нахуй. Еджор Лебедьев. Сколько тебе подписчиков? Че еще? Ну еще, конечно. Тайтор. Я подожди, только возьму. Вот это вот. О, класс, ты мне напомнил, но будешь мастер здесь. Ну вот. Блять, хуйня какая. Ну ты можешь пригласить еще ну, раз? Ну давай, приглашай меня. Ладно, я тебя приглашаю. Хуяк, хуяк, все вас я пригласил. Вот один, ну вот. Бля, я за века пошел, вам похуй, что-то мне. Чё-то непривычно так, пиздец, я давно им не играл уже. Уяндок. 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 Хотя вроде попадаю чуть-чуть. Что-то. Хотя в мишеньке. Ой. Ну, кстати, мы можем их. Смотри, какой у нас. Я вижу. Возможно, кстати, читак у нас такой же был чел. Не может. Не, возможно, но. Возможно. Сборная 7-го Б, вот я в них клан хочу, пиздатый клан. Просто. Они пирань с кифов так разъебывает. Была в них набор в этот клан, но этот долбоёб сидел. В другом. Дебил, блядь. Хрустный, как хруст. Димон. Сука, почему мы играем на первой, если у нас 16-я или какая там еще 5-я, блядь? 13-я мне. Или уже 6-я? У меня 13-я, ебать. 13-я. А, не, 16-я. Нормально за один день так поднял, блядь. Нет, чё, хотя... Высота. Ну, вот. Один, да. А сидят пидры, сидят пидры. Это точно не соф. Не, ну да. Я с респы... Понял. И дым на двойке. Понял. Слышишь, дым на двойке. Они уже двойку зашли, ушел один. Понял. Еще дым на двойке. Понял, понял, понял. Я не смогу. А, вон хуяк. Рандом, помощь. Бля, промахнулся все-таки через дым. А, я не ебу, как на них пройти. О, ебаный 144 Гц у тупика. Ах, она, блядь. Меня видит быстрее, чем да я его. Да боже, я начинаю одного чекать по превью, там уже другой стоит. У меня в упоре, блядь, в кулаки. Наверху, что ли, еще? Нет, он по винтовым. Да опять, видишь? Я по нему стреляю, но у него быстрее. Алик, где сидит? Блядь! Чё я вообще пытаюсь сделать?
Значит, пытаюсь сделать. Защитите стратегические объекты. Я взял инжа. Я два раза, прикинь, умер. Пиздец. Нормально. Два раза убил. Ты один, блядь? Нет. Дым кинули. Ну, два есть, прокатились. Да, да, ничего, хуйню делают. Стрелочек. Ебаный. Ладно. Медик пидорас. Я лег, короче, и буду зелень смотреть. У меня, блядь, рубит, я нихуя не вижу за своей же крови, блядь. Зелень. Граната пошла! Зелень? Я, может, убью. Смотри, что этот падла делает, видишь, да? Я вижу, я слышу. Ладно, там на респе. Ладно, на респе, как я, ну, блядь. Ну... Наверх. Блять, как въебал бы, а! Мне ваншот! Ты дали, просто я не ваншот сейчас дал. Понял. Я пацану не ваншот дал, прикинь, не варит. Лес ебучий ты, конь, блядь. Вы тупые? Я не слышу сейчас был Ег. Зажми кнопку. Нет, ливни просто, не надо катку рунить. Забей. Скажешь, когда называть? Этот один, один, один. Блять, ну... Блять, во второго не регает! На БК сидит в лупе, ждет, пока из балкона кто-нибудь выйдет. Медик еблан. Господи, какой ты школьник, ё-моё. Купила дура, клан. Ещё к Егору мне пристал, смотри на него, блядь. И меня регает, и говорит. А, они оба снизу. Это чушка дизморалит, я не могу играть. Она меня сейчас резать будет. Медич, ты животное, ливни просто. Зачем ты катки рубинишь? Раунд проигран. Установите бомбу возле одного из объектов. А он еблан, оказывается. Раунд начался. Бомба взята. Ща нахуй как залечу, смотри. Если мне снап... А вот смотри, они все на двойке уже ждут. Бать умные черти. А нет, один пизда, меня закидают уже сейчас. Блять, блять! Да блять, я не буду так играть, если у меня не работает половина клавиш, блять. Я так и знал, что он здесь стоит. Игрок с бомбой убит. Я прожал последний. Я все снял, жди бан. Как ты карты руини? Готовься, жди бан. Сука, что это за пиздец? Это реально, блядь. Шифт бы сработал, я бы еще минус один дал. Возможно, даже больше. Но это бы ничего не решило, но и хуй бы с ним. Может, нахуй это? Так у меня бан. Клан, клан, все равно клан пойдем. Клановая битва. Там где типа клан на клан. На 75-х ветеранах тогда. Стандарт. Создать комнату. Битву. Я сейчас, короче, в щель как-то инжа стреляю в каком-то раунде. Не помню. У меня просто кровь-то есть у него? А реги нету. А строя, блядь, дебил. Выбирайте какую карту, я так для начала поставил просто. Не насрать, я сайтика буду играть. Похуй, это оставим. Чего, блядь, у маэстро ПВЕ любимый класс сет? Да, я только что там играл. Так сейчас заметил, что ли?
Так я не смотрел, нахуй мне на тебя смотреть. А у тебя какой? Я не знаю. Шиты. Да. А у Егора? Шиты. Класс, у меня любимое оружие засыта. Ааа, ебай гамма. У меня всего 3 часа на нем наиграно, на PvP. А на PvE 1:51. А что это проценты? Это что за проценты, блядь? Типа сколько процентов? А на снайпере мне больше всего часов. 78 часов на авик. Ебануться. 41 минута. Ой, какие. А меньше всего на авик. Сколько часов? 78. 78? Ну у тебя уже должно быть больше, блядь. Ты уже сколько лет играешь? У меня 133. Пиздец, блядь. Я того меняю класс, потому что еще. Он предлагает, типа, менять карту. Пошел нахуй! Дэшка. Потом. Ебать. Чё, мне, блядь, приказывают, вздумал? Пёс, блядь. А чё уже 2 зрителя? Кто пропал? Было 6, сука. Лёня вышел. Пиздюк Лёня. От Лёни. Наверное. Пиздюк Лёня. Чё, не шипит меня вроде? Ну-ка, надо что-нибудь каркнуть, подожди. Чё, не шипит меня вроде? Нет, не шипит. На себе ответил. Тарбу казах ценит жизнь, а за... В двоих обычно? А за фортом. А, ебать, не смотри, казахи ебаные. Да, они сейчас жестко будут играть. Ну, по идее, должны. Ну, ага. Ну, казахи, они же пиздец. Не все. Почти. Блядь. Жижа годен до... Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Даже чего не загрузился, понял. Я никогда не был на втором этаже на двойке. Забыл? Нет, я реально так говорю, туда. Я вообще недавно только узнал, что там пацан есть, никогда его не замечал, блядь. Типа они все на респе или на двойке? На респе. Нету. Наверху тоже нету. Значит, они не пришли. Нахуй я залезу. Лежит в подкате, мразь. Все это время лежало. А он все время лежит. И что мне делать? Хуяк. Хуяк. Только меня сейчас убьет сразу, потому что он здесь в клубе стоит. Около машины. Да, он лежит. Я ж тебя слышу. Ёбак! Я видел. Ляж. Ты чё, не понял, что я хочу сделать? Типа он такой, я такой, типа стою, он такой стреляет, а я такой хоп за стеной сразу, а потом хуяк он стрельнул, у него перезарядка, я такой хуяк выйду, какую ебу. Раунд начался. Тактика. Было очень интересно. Я сам понял. Двойка. Двойка. Тебе я не буду оружие перебирать. Он очень долго берет. Лежит на дейлке. Ну, не лежит за этим, за дощечками. Да, он там. Граната! Я на инже чувствую. Сдохся, сука, ебал. Мы проиграли. Защитите стратегию. А мог бы выйти, кстати, может, туда на дейлку, может, надо было. Ладно, наверное. Раунд начался. И что это?
Два. Два. Пусть он еще раз по тебе стрелит. Хуяк, блять. Опять меня выскакивает, но в этот раз. Да духу, на дейлке оба. Сейчас ресы будет. Уже на короткой. Я за тебя вдымал, сука. Там Егор смотрит. С пиздолетом туда заходит. Я бачку отвил, попал ему. В очечко. Пунту. Эй, блядь. Справа, блядь. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Че я сделал? Ты один. Блять! Он уже на воде почти, на спуске. Около тройки. Ушел в подкат. Около подката стоит. Сука. Димет, Димет. Не, не, у тройки. Поднял у тройки. На дворе. Кидаю гранату! Он меня бесит, экстурку спамить. Враг уничтожил нашу команду. Уебок. Угу. Защитите стратегические объекты. Я, возможно, сейчас отбира в него попал бы. Смотри, они пойдут один. Потому что у них два не получается. И я их сейчас поймаю здесь. Да? Они наверху. Да, наверху, я так понял. Не, что ты тут напиздел, у меня уже смысл. Ну это не то и то, блядь. Блять, наверху! Есть. Я думал, там он сидит в лупе дальше. А он, сука, спрыгнул. На меня. Егор, иди тут у тебя. Блять. Я слышу шаги, думал, все, мне пизда сейчас выпрыгнет. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Бомба взята. На звуки. Сейчас по дейлке захуять, смотри. Там по воде кто-то бежал. Это же не дейлка, это вот, блядь. Хочу поставить. У меня двое. Бомба установлена. Тяжелая сумочка. На воде, блять! Где? На стену смотрит. Оружие хуячу. Мы победили. Установите бомбу. Раунд начался. Зачем бомбу ставить? А, стоит за автобусом. Ушел. Егорик, там, где ты сейчас убил, там еще чел. Не, дальше ушел. У меня еще кто-то был. Нет, никого. На вальке такой. А. Ты понимаешь, какой он крыса? Он сидит в пикселе. Сучар, блядь, чуть выше надо было стрельнуть. Мог бы убить, сука. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Ах ты, блядь, я думал, себя как пизданет. У тебя есть там, давай, у них ты или кого? Первый этаж у нас есть. Да, медик нужен. Блядь. Я не мог промахнулся, он тащил вверх. Нет. Блядь, медик! Фуловый! Отсечку не ваншот в голову дал. Ну и у меня, по крайней мере, вроде в голову попал. Да, почему не резали? Уничтожена. Мы проиграли раунд. Я же... Я попал один раз, но меня не регают. Установите, сука, бомбу.
Раунд начался. Бомба взята. Я же он прям в еблетку попал. Почему? Типа. Обидно, блядь. А, понял. Теперь этажа? Кончалузное существо, да, он в лупе стоит, мой труп смотрит. У меня. Блядь, кто-то здесь есть. Блядь, зачем стрельнул? Хочу. Блядь, кто? Кунту. Тварин. Он меня заебал. Такое чмо. Стоит на залазе на первый этаж. А, он уже здесь сидит, ебать. Я не могу сегодня играть. Установите бомбу. Никит, к один идем. Пошли. Тоха на дворе, останься за трактором. Через тройку. А, все, я наигрался, я не могу попадать. А куда ты пошел-то? Все, я наигрался, да. У нас здесь на воде. На малый. С воды сейчас. Ой. А, он тебя в упоре. Горик еще убью. А, нет. Ну слушай, ты поставлю, я только сейчас собирался. Бомба установлена. Красная машина. Да, я слышу. Ну идет в лупе, чмо ебаное. Ну ты пиздец, не играл. Его не слышно, он из-за того, что идет, блядь, в лупе просто не слышно, понимаешь, его шагов ебучих. Бомба обезврежена. Мы проиграли. На нахуй, так тебе и надо. Тупое защитите животное, блядь. Физические объекты. Раунд начался. Они резаются, пидор. Мы уничтожили. Ну нет! Я ему знаешь, сколько дал? Две сечки. Да не ебет, ты спиздил, есть спиздил. Раунд начался. Спиздил, значит спиздил. А в какой части тела? Где ебет? По тройке уже есть. Куда ты смотришь? Хуй путал. А, его убили? Ой, блядь, он в спине у меня на мосту, ебать. Жигурда ебаная. А он сха... Надо было стрельнуть. Я в ноги попал. Куда ты, блядь, замахиваешься? Команда врага уничтожена. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Бабы. Не убьешь, чему ебаная. Что за камень? Во дворе еще, тройка, да. А, один спрыгнул сверху в плинту уже, авик. На тройке медик был. Сейчас стоит. Граната пошла! Забери кто-то так справа. Справа? Справа у тебя, мой труп. Справа. Килтек забери. Справа всех наших бойцов. Он говорит справа килтек. Килтек забери. А не про чела. Килтек справа забери. Он сказал. Плент у тебя в тройке был валялся. Смотрите узкую, чтобы ко мне не пришли. Блять, у меня регает, ему у него башка ебаться в рот трясется и все. Башка ебаться в рот. Блять, как бы надо было нахуй, блять, нахуй. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Я никогда не ходил посерединке. Наверху, ёбак! Я тоже. Тихо, он в луп. Да не в луп, а ходят, за ним забей. Ай. Граната пошла! Двоих ставит уже. Не-а. Потели. Всегда сиделся в своей лупе, ёбище гнилое.
Бегу на помощь, ебать. Сколько раз у меня в этого конченого медика не врегало? А меня два раза снайпера надо стрельнуть, чтоб врегало. Мне кажется, лучший вариант будет идти на два, потому что у них два снайпа, но главное медик есть. Они вряд ли там будут в упоре перестреливаться. Ну ставь ты, ёпта. Бомба установлена. С моста уже камень охуячит. Ебать, я не выйду. С подката убил, да? С подката, да. Меня посредине. Да, это я слышу где-то здесь. А, вот он, блядь. Вражеский отряд разбит. Я уже в курсе, он опять лежал. Взорвите один из объектов противника. Он за автобусом лежит и все. Раунд начался. Бомба взята. Он, я, блядь, иду, хуяк такая морда встает. А хуяка уже опять легла. За автобусом, сука, вересай. А, сука, он же не ожидал, что я сейчас рашить на него пойду. Они привыкли, что мы лежим там или сидим, блядь. Все в этой позиции, в принципе, нормальные люди. А я, блядь, рашу нахуй. А я думал, ты его убил, блядь. Ой, страшно. На! Уничтожили отряд врага. Победа за нами. Установите бомбу возле одного из объектов. Дальше, опять ты пришел? Бомба взята. А как, блядь, там же можно вроде смотреть было, кто приходит. Да он меня заебал. Они оба там. Ебать дауны, блядь! Ну мне пизда это однозначно. У меня еще медик сзади. У меня медик сзади. Со мной медик бежит. Или нет? Уже нет. Давай, я к тебе. А где это медик? На мосту. Блять, он за мусором, за мусором. Ресает опять. Около Урала. Очень ресает. Я думаю, я с этим... Ладно, на килтехах хуячусь. Я думал, я с гранаты стою и начинаю бить ножиком. Почему 480? Ты ебаный в рот. Почему нельзя чуть больше делать? Ну ладно. Надо какую-то эту хуйню, короче, вот так чуть меньше. Вот так вот. Вот так вот. Верник. Еще камера, блядь, тупая овца, нахуй. Во. Тупая овца. Да, блядь, у нее провод железный практически, блядь. Она сама разворачивается. Я ставлю в одно положение, она, блядь, выпрямляется в другую, нахуй, дура ебаная. Почти 3 золотых ежа. Ну как почти, 28%. Я хочу писать, между прочим, так что отъебись от меня, я хочу. Я пошел. Чё, ещё КВ? Ну да, чё ещё делать? Сука, сам себе отвечаю. А, Игорь, ты же не слышал? Я Антохе ты сказал с Денчиком, а ты нет. Аттестат мы получим, блядь, в июне только там, 12-го, 9-го. А, оказывается, можно без меня его получать? Не обязательно там мне присутствовать. Так что я, может, даже уже на этой неделе приеду. Ну, сегодня с батей поговорю, типа, когда билет брать. Сегодня на этой неделе. Ну, как удобно ему будет, блядь. И на этой неделе я, может, уже приеду. Всем насрать на тебя. Хуй с тобой, блядь. Хуй, сука. Хуй, чё ещё скажу. Да, блядь! Ты разбросал своё пиво, блядь. Сука, бутылки ебучие. Одна полная. Где 17? Я нашел чуть-чуть. Алкаш. Смотри, 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 ты видишь, да? Она там еще половина где-то, вот где-то так. И что сейчас будет? Я не знаю, что еще будет. Сзади батьки. Блять, я повернулся, сука. Да, D17 я поставил.
Алкаш. Чуть-чуть можно? Сейчас приду. Для расслабончика. Зато не, бомбить еще будет. Надо еще... Нихахра. Я приду. Я пошел отойду. Хуя. Ну-ка, сейчас будет интересно слышать эту хуйню. Сейчас, наверное, вещи петь, блядь, будет. Да! Сука, ты из-за этой ебучей программы, блядь! Я опять перезапускаю. Слышишь? Зачем? А, стоп, подожди, может нет. Сейчас нормально, интересно? Пускайте. Нет. Сейчас перезапускаю, нахуй. Ну, когда сыграем. Нет. Да хули ты, блядь, орёшь? А, у них же третьего не будет? Mm-mm. Пожди. Играйте пока без меня. 2-2, так сказать. А я перезапущусь. Лёня, тебе говорю, а то опять не услышит, блядь.